доходишь. Его не догнать. Его всё, не догнать. Оторвался. Ты на семерах ушел? Нет, это одна будет какая-то. Его не догнать. Что, работает камера? Да, да. Что ты не то нажал? Может. Не, ну у него литовские номера, его не догонишь. Мне надо другие номера просто купить. Давай мы тебе притом себе литовскую историю. Сразу скорость будет больше. Ну что, с боком тебе нормально? Да. Нормально едет. Он ушла на новый стиль езды. Боком. Да. Сейчас на склоне он подтопчет тормози. Думаешь? Ну да, он же на сликах, да? Ну да, блядь. Опасно ж, блин. Жестко. Еще нас подождать, смотри. Думаешь? Да. Фору дал, смотри, блядь. Кого надо в лайт запускать. Да в лайте вот да. Было бы нормальное кино. Ты он дорогу забыл. Смотри, смотри. Фору дал опять второй раз, слышишь? Ты посмотри, что делает. Что у него там? У него фоксы, наверное, стоят, да? Посмотри, какую фору на всех, дают. На всех литовских. Слышишь, так он уже планшет, наверное, на OLX выложил уже в продажу, мне кажется. Ты понял, это тренировка была. Посмотри, что делает. Даже нет смысла с ним соревноваться вообще. Что еще и пойдет завтра в лайк, слышишь? Да я тебе говорю. Это уже сегодня, правда, не завтра, уже рассвет. Ты спал сегодня? Нет, значит завтра. Значит завтра, да. Вообще опять фору дается. Посмотри, да? Не, ну он просто налегке, мы-то груженные 5 это человек. Это точно 4,7, 4,5. 4,7. Да, у меня сколько? У него 3,2, наверное. 3,2. 6,3. Смотри, сейчас нас в доску спорим, смотри. Да. Думаешь? Блядь, русский тон, нахуй. Сколько можешь? 60? Ого, 60. А? Ёхаты, бабай, посмотри. Русик. Опа, не, Русик удержался. Офигеть, вот это он, ты видел, что он творил? Ты снял? Видел, я видел, творил. Не, ну мы нормально, я притормозил и зарулил. Сервера нет? Да. Офигеть. Катюх. Офигеть, блин, ты видел, блин? Я же что-то боит волшебное. Ого. Да, там, наверное, 80 мы где-то разогнались, блядь. 70. Нет, ну тут мы не будем, блядь. Нет, почему? Охренеть, блин. Блин. Слышишь, он... Там же мой лафет стоит, чтобы он его не повредил, блядь. И у вас, дорогой, блядь. Где он делся? Это уже спуск, типа? Да. Да, слушай, прошел грейд, досмотри или нет? Вижу, блин, а как он тут ехал? Не, грейдер не пошел. Это что, еще нужно высокую? Это уже спуск, да? Да, уже проехал. Вот, блин, ох и жесткий, блин. Вот тут он так боком заходил или дальше? О, тут да, тут, кстати, опасно. Вот тут он боком так зашел. А, ну понял, спасает то, что очень скользко, то есть он не, ну. Не может зацепиться. Просто ты налево стоит. Русик, блин, налево. Да, давай налево. Давай в лагерь уже пешком. Смотри, смотри. А это кто? Скорпион. Едем. Или вас тут выбрасывают? Вас тут выбрасывают. В траве? Главное не на ходу.